Слушай песню. Да я ее знаю, ну. Так у меня вопрос. Еще раз. Так у меня вопрос, почему на главных мероприятиях не приглашают певцов этой песни, а приглашают Стаса Где Михайлова? Я был на главных мероприятиях, всегда были эти песни. Одни и те же, да? Хватит это, ля-ля-ля. Не одни и те же. Как ты говоришь, красивые. Давай еще. Давай, вот эту песню я знаю, давай еще какую-нибудь хорошую. Которая вышла из Министерства культуры. Вот. Давай будешь нормально разговаривать, без этого еще я включу, хорошо? Нет, а что? Я из Гати, у меня в деревне так говорили. Ты же у Европы. Так что? Я размовляю на нескольких мовах. И на еще так само. Они... Ну так слухай, размовляй. Слухай, включи песню давай нормальную. На давай еще. Давай на белорусский. Нормально только. Не, нормально не могу по-русски. Я не умею по-русски нормально. Хорошо, тогда на белорусский, давай на белорусский. Давай на белорусский. Давай на так белорусский. Так давай еще некую іншую песню включи, якая так само вельми популярная. Якая мне сподобается вельми эта песня. Так это только? Только одну ведаешь? Больше нема? Не, я не только одну ведаю. Мне это дуже сподобается песня. А, и только одна, так? Ну, ясно. Не только одна, не треба так казать. Ну, так давай еще какую-нибудь, а то он тетка с министерства так само не ведет. Ну, давай, ты же хотела... А, есть у тебя любимая песня Дорофеевой? Есть? Есть. Давай. Разумела, есть. Я на еще живая, это сказали в комментариях. Послушай, твой друг, ну. неразвитый, и он нас оставил одних на 40 минут, хвилин, и сказал, послухайте, пока Ольга не придет. Давай поразмовляем, потом я включу песню на 40 давай. Хвилин и будем ну, слушать. Ну давай, давай. Давай размовлять, давай. Питание какое есть? Ты там мне что сказал, я не что у тебя... Не, почекай, потом. У нас есть песня. Иди нахер, скажи ему. Не, не скажу. Что ты хочешь от меня? А что ты так узбуджаешься, когда он тебе свертает? Мне не сподобается, и ты мне не сподобаешься. Слухай, новость. Вы, я батьки, вельми дивные. Вам пусть не подобается, я а вы... Я не батька. Я а кто ты? Только подтримлю президента. Я подтримлю той парадок, який идейничаю. А який парадок? Нашей... Вось, скажи, вось ты гауно вельми... у сосисках подтримливаешь? Я, когда открываю сосиски детенку своему, жонке своей и себе, у меня двое деток... Не бачу там говна, да? Не бачу там говна. Знаешь, очень прикол. Ну. Можно питание? Давай. Давай, как есть, да? Давай. Чего не было до эфира, пока появилась ты, у этого твоего гитариста звонить у Беларусь, а только он звонил у Россию по ТикТоку. Ну, и что? Ну, питание. Ребята, где гроши? Тогда не потерял гроши, тияк. Так я не зрозумела, а гроши тут при чем? Гроши? Не было у этого хлопца, чего не звоним? Я просил его и тогда звонить. Только когда ты появилась, ты потелефоновала мне. Не, слухай, я не зрозумела. А какая разница? Когда ты по интернету звонишь, нема разницы, ти у России, ти у Беларуси, это ну каштует одно или кого? Не, ну, а ты сейчас мне телефонуешь у ТикТок, так? Ну. Ну, а если, когда я бы тебе запросил бы набрать мне по номеру А1? Не буду, потому что дороже, чего? Потому что по роуминг дороже. Вот. Ну, только что, бачишь, як. Ну, а что, я повинна на тебе гроши свои вытрачать? По интернете зусім недорого. Потому что ты мне вообще телефонуешь. Потому что ты писал цікавые комментарии, так я хотела, как ты выказался. Да, давай я по каждому комментарии тебе объясню. Про месячные нечто писал. Написали, что это пригожий флаг, я написал, что это не пригожий флаг. Ой, у нашей державы есть флаг, який існує. А не флаг, а стяг, по-перше, стяг, это по-перше. У мусорку, так, и вывезти его за город. Слухай, а ты сам откуль? Твои бабы, деды с какой местности, с какого района? Я из Беларуси. Откуль ты сам? Скуль будешь? Смешно.
Не, у нас таких в Октябрьском нема людей. Такое простях, почему нават бы Шлапакова такого б не сказала. І слухай, яшчэ такая вось цікаўная рэч пра мужчын у Беларусі. Чаму вось менавіта месячныя? Вось што табе з месячнымі не так, раскажы мне. Не, ну, ты лічыш гэта нечым недобрым ці нечым добрым, всё вельмі добрым, але так а што? Какое пытанне? У меня пытанне. Не, чому нема сэнсу? Ты кажеш, што сцяг гэта месячны. Так вось, гэта ты пахваліў ці абразіў? Гэта як сказаць? Я думаю, скольки у вас людзей там? 40 чалавек? Ну. Я думаю, есть больш інтересныя вопросы, а чаму? Которые... Не, для мяне, як для жанчыны, гэта вельмі цікава. Таму, калі ты хочаш абразіць сцяг праз месячны, так мне, да мяне пытанне. А калі... Ну, бачыш, вось бачыш, які ты? От такі таксама труслівы. Як наляпаць у каментарах, так ты гатовы. А як слова мне сказаць за то... Ну, так адкажы. Я тебе пытаю, ты абразіў сцяг, ці ты яго пахваліў? Які сцяг? Про які ты пра месячны казаў? Для мяне не існуе гэтага сцяга. Існуе толькі сцяг дзяржаўны Рэспублікі Беларусь. Добра, а месячныя пры чым тут былі? Чаму ты напісаў гэтае слова? Быў каментарый, што... Што не так гэта... з месячнымі? Якая ў цябе праблема з імі, скажу? Ну, добра. У мяне няма ніякой праблемы з імі, но гэты флаг, гэта... Мы ведаем гісторыю і ўсе ведаем... Не, вы не ведаеце гісторыю. Мы ведаем гісторыю. Самая ганебная частка беларускай гісторыі гэта перыяд лукашэнкаўскай улады і гнёта. Сур'ёзна? Так. У чым ганебная? У тым, што калі бы... У тым, што каровы здохлі, у тым, у якім стане сёння вёскі, у якім стане сёння сталыя людзі. У якім стане вёскі? У якім стане вёскі? У заняпадзе. З ідэалогіі звоняць ужо. Не. Не. З Літвы звоняць. Ясна. Слухай, ты сёння піў з раніцы? Нет.